Планировал, я целый день в Лужниках сегодня, до 9 вечера, у меня будут перерывы там по 2 часа. Вот, то... Давай, давай. Поехали. Че, мы с кем? Со мной. С кем? С Константином против вас Олегом. Против вас Олегом. Хотите, если считать, что это честно? Мне кажется, да? Конечно. Почему бы и нет? Будет быстро и больно. Чего это быстро? Подожди, а мы в прошлый раз проиграли. Да. Это факт. Да. Здесь.
вообще все. То есть если раньше были какие-то шансы, сейчас вообще просто высокая подача, я сейчас, наверное, на месте. Вот. Мальчик прививают по всей площадке, мальчик тащит по всей площадке и дальше продолжает играть. То есть просто бух. Uh-huh.